Весна! В душе стихают бури, как в небе тают облака. Весна! Душа полна лазури, как эта тихая река. Здравствуйте! В эфире Анатолий Тычков и прогноз погоды на 2 марта. В Краснодаре весь день пасмурно, но тепло. От плюс 7 утром до плюс 16 днем. Легкий восточный ветер 2 метра в секунду. Соскучились мы по такой погоде, не правда ли? В славном городе Сочи облачно с прояснениями. Утром ожидается 10-11 градусов тепла, а днем до плюс 15. Ветер юго-восточный 8-9 метров в секунду. Купаются в море только моржи, потому как температура воды всего 9 градусов. Каждый знает, у ветров множество профессий. Ветер теплой весной радостен и весел. Очищает небо он, тучи разгоняет. Ветер дворник, так его солнце называет. Спонсор программы — строительная компания «Стройэлектросевка» в монтаж. Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. С вами был Анатолий Тычков. До встречи.